Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы с вами будем делать упражнение 6-4-1-2. Для этого я уже открыла само задание в Pocketracer и скачала инструкцию. И приступаем сразу же к его выполнению. Вот наша инструкция, которая открылась в Pocketracer. Делаем ее немного больше, закрепляем и смотрим. У нас есть таблица виланов и сценарий. Приступаем. Первое, что нужно сделать, это настроить R1. Открываем командную строку. Нажимаем кнопочку Enter, вводим команду Enable. Далее Conf T, чтобы перейти в режим конфигурации. И первое, что нужно сделать, это активировать интерфейс Gigabit Internet 0.0. G0.0. Готово. Теперь нужно ввести команду No Shutdown. Мы его активировали. Двигаемся дальше. Интерфейс G0.0. 10. Готово. И здесь нам нужно написать ему descriptions. Description. Пускай будет sales. VLAN. Готово. Мы настроили ему description. Далее нужно настроить encapsulation. Encapsulation. Dot Q 10. Готово. Теперь остался только IP-адрес. IP-адрес у нас 172.31.10.1. И маска по сети 255.255.255.0. Готово. Теперь нам нужно настроить интерфейс Gigabit Internet 0.0. Точка 20, да, правильно. Также нужно настроить инкапсуляцию. В конце у нас будет 20. Description теперь у нас будет немного другой. Раньше был Sales VLAN, теперь Production VLAN. Production. VLAN. Ой. Готово. Дальше нам нужно настроить еще IP-адрес. IP-адрес у нас такой же почти, но нам нужно изменить только одно значение. Раньше было у нас 10, вот здесь теперь 20. Готово. Теперь следующий интерфейс G0.0.30. Готово. Что нам нужно сделать здесь? Нам нужно настроить description marketing. Маркетинг. Готово. Билан. Билан. Готово. Инкапсуляция. У нас в конце должно быть 30 уже. Готово. И IP-адрес у нас такой же, только вот здесь уже 30. Готово. Мы настроили наш интерфейс Gigabit Internet 0.0.30, остался Gigabit Internet 0.0.88 и 99. Вот наш интерфейс 88. Далее инкапсуляция. В конце 88. Готово. Description у нас будет Management. Давайте я просто скопирую, чтобы не ошибиться. Management VLAN. Готово. Последнее, что у нас осталось, это IP-адрес. Здесь вот нужно указать уже 88. И двигаемся к следующему. Это уже последний. Интерфейс у нас
Вот такой вот. Инкапсуляция. 99 native. Description native VLAN. Ой. На native VLAN. Готово. У нас остался только IP-адрес. Стоп. Мы неправильно настроили IP-адрес на предыдущем. Сейчас мы это исправим. Здесь у нас должен быть 99. Готово. Возвращаемся к предыдущему интерфейсу. 88. И IP-адрес у нас вот здесь 88. Вот так. Готово. И последнее, что нам нужно сделать, настроить IP route. Для этого вводим команду exit, IP route. IP route у нас будет 0.0.0.0. Также пустой, пустая маска по сети. И интерфейс у нас будет serial 0/0/0. Готово. Нажимаем кнопочку Check Results, Assessments Items. Видим, что у нас R1 настроен правильно. Остался только HQ и S1. Возвращаемся к нашему заданию. Далее открываем S1. Вот он. Командная строка. Enter, Enable, Conf-T. Здесь настройка вообще небольшая. Нужно настроить только интерфейс. G0/1, вот он, switchport mod trunk, дальше switchport trunk native, у нас будет VLAN 99, and isbrite, чтобы сохранить. Готово. Давайте сразу же проверим. Да, S1 у нас тоже, Native VLAN готов, остался только HQ. HQ у нас небольшая настройка, нам нужно настроить просто статический маршрут. Открываем HQ. Ой, не попало по коммутатору. Enable, conf-t. И сразу же настроим статический маршрут. Первый это будет IP route 172.31.10.0. Так. Маска по сети 255.255.255. В конце 0. И интерфейс serial 0/0/0. Готово. Следующий у нас будет интерфейс тоже serial, но у нас IP-адрес уже 20. Вот здесь вот 20. Ой. Я скопирую часть команды, чтобы потом не переписывать. Копи. Теперь удаляем. У нас здесь будет 20. Точка. Paste. Ой. Лишняя точка. Paste. Готово. У нас уже 56 баллов. Дальше нам нужно следующий, IP route, также. Но нам уже нужно указать 30. Удаляем все. Указываем 30. Paste. Интерфейс у нас тоже serial 0.0.0. Enter. У нас уже 62 балла. Последний из таких статических нужно указать еще 88. 31.88. Paste. Указали. У нас уже 68 баллов. Давайте нажмем кнопочку Check Results. У нас остался только Route 4, Route 5. Все правильно. HQ. Вот он. Настраиваем Route 4. IP Route. У нас это 209.165.200.0.
Маска подсветила у нас 224 в конце, то есть 255, 255, 255, 224. И интерфейс у нас Serial 0/1/0. Enter. Готово. И посмотрим последнее, что нужно настроить. Это route 5. Для этого вводим команду также IP route. У нас IP-адрес такой же. Маска под сети такая же. Единственное, что нам нужно указать, это в конце serial. Это 0/1/1 и в конце 10. Готово. Мы настроили все устройства. Думаю, у вас тоже все получилось. А на этом все. Всем пока.